взяли меч. Причал готов. Ой. Вау. Давайте, ребят, человечков. Держи. Дань, я для тебя человечка припасла, точнее. Еще она ему маленькую девочку дала. Сейчас они будут купаться весной. Проруби. И спасательный жилет, если что. У нее тоже сапоги. Диан, давай ты подтолкнешь сзади. Давай. Я. Ребята, это реально... Я думаю, что... Что мы не застрянем, а оказывается, шлёка мы застряли. Ну, давай тогда поменяемся. Давай. Из лужи. У-ху! Ура! Здорово! Открываем наше багажное отделение. Спасибо. Спасибо. Мамочки! А что, мне понравилось, забавно. А давайте реально все многие смотрим. Как Диана приморила. Хорошо, что мы назад автобус вытолкали, а то тут мы вообще застряли. Я бы уже застревала. Не бойся, поехали. Ну, смотрите, ну реально. Надо много снизу. Мы такие стены ломаем. Ай! А! Ребят, здесь просто бесполезно. Поехали лучше туда где-нибудь. Для автобуса это одна колея большая, а для машины это одна целая колея. О, давай человечков покупаем в этой луже. Нет, давай лучше на следующее место поедем. Пока машинка. А я пойду побегаю. Thank you.
Вон там огромная лужа, это болото целое. Поехали там покатаемся. Только сосуд ноги. Назад, и она поедет.